Европейские крайне правые политики набросились с критикой на канцлера Германии Ангелу Меркель. По их мнению, к теракту в Берлине привела ее позиция в отношении миграции. Маркус Претце, член немецкой консервативной партии «Альтернатива для Германии», написал в своем твиттере: «Когда Германия нанесет ответный удар? Когда это проклятое лицемерие наконец прекратится? Это кровь на руках Меркель». Глава правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призвала немедленно закрыть европейские границы. Она также назвала случившееся в Берлине исламистским терактом. Герт Вилдерс, лидер голландской партии «Свобода», разместил в Твиттере обработанную в фотошопе фотографию Меркель, забрызганной кровью. Он также обвинил глав европейских государств в том, что, по его словам, исламский террор проник в Европу. Известный евроскептик, британский политик и депутат Европарламента Найджел Фараж также обвинил канцлера ФРГ в трагедии. Он написал: «Ужасные новости из Берлина, но ничего удивительного. Подобные события станут наследием Меркель».